Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики! С вами Анжелика, angelnail.ru. Сегодня мы с вами распакуем большую посылку с сайта Gearbest. 11 ноября не за горами. Этот день, как и Черная пятница, полон подарков, бесплатных купонов и скидок аж до 50%. Ссылку на магазин Gearbest и все товары из видео я, как всегда, оставила для вас в описании под видео. Я выбрала самые популярные материалы и гель-лаки, и кое-что, чем можно удивить всех окружающих. Если вы еще не подписаны на наш канал, то самое время это сделать. Для этого нажмите на кнопки «Подписаться» и колокольчик, чтобы не пропускать наши новые интересные обзоры. А теперь давайте откроем эту посылку. Всего через 9 дней после заказа курьер доставил мне пакет прямо на дом. За сервис и скорость ставлю плюс. Открываю посылку по традиции с усатым экспертом. Пакет упакован герметично. К нему продавец положил накладную на товары. У меня в списке более 23 позиций, поэтому я разделю эту распаковку на две части, чтобы подробнее рассказать вам про все новинки. В первом конверте коллекция гель-лаков Elite 99. Презентабельная коробочка содержит 6 миниатюрных флаконов по 8 мл цвета. Белый флакон с окошком напоминает мне дизайн Гелиш. Коллекция выдержана в нюдовых оттенках на каждый день и несколько цветов на торжество. Номер 1543 ассоциируется у меня с горячим шоколадом. Плотный цвет хорошо распределяется и удобно наносится широкой кистью. Его можно назвать однослойным. Следующий номер 1538, светло-серый трендовый оттенок. Плотное нанесение без просветов также в один слой. Номер 1542, светлый беж с мельчайшим серебряным шиммером. Подойдет для особого случая, например, для свадебного маникюра. Шикарный оттенок 1428 сводит с ума с первого взгляда. Если вам тоже нравится, ставьте лайк. Он чуть менее плотный и требует двух слоев. Насыщенный красный цвет 1535 – классика на все времена. Хорошо смотрится на светлой и смуглой коже. Плотный оттенок – однослойник. Следующий номер 1541 – хаки, пыльно-землистого оттенка. Традиционно используется в камуфляже и отлично сочетается с насыщенными яркими тонами. Производитель указал время полимеризации 2 минуты в традиционной UF-лампе. У меня LED высох за полминуты. На клиенте лучше просушить вдвое больше. Перекрывают цвета верхним покрытием или топом с липким слоем. Топ густой, не течет и хорошо выравнивает поверхность. Кисть не жесткая, широкая, набирает и отдает гель хорошо. Полимеризуем и снимаем липкий слой. То, что вы сейчас увидите, из разряда инноваций в ногтевом дизайне. То, что находится в маленькой коробочке, сразит наповал всех окружающих. Современные модницы меня поймут. Это светодиод, который работает при приближении его к антенне NFC вашего смартфона. Заходим в настройки устройства и включаем функцию NFC. Диод будет загораться каждый раз, пока вы держите телефон в руках. К сожалению, устройства Apple не работают с этими чудо-лампочками, а вот Android справляется с этой задачей превосходно. Сейчас я научу вас закреплять диод на ногте и покажу очень простой дизайн с ним. Обезжириваем подготовленный ноготь и покрываем базой, полимеризуем. Стоят они недорого, а 11 ноября можно купить их еще дешевле. С таким дизайном вы привлечете восторженные взгляды, и подруги вам точно обзавидуются. Снимаем липкий слой с базы, отклеиваем диод от бумажной основы и располагаем его на ногте. Клей очень сильный, так что цельтесь точнее, потом его будет трудно отклеить. Сверху перекрываем микросхему густой базой или биогелем. Как видно, диод тонкий и не выпирает. Полимеризуем и снимаем липкий слой. Слегка пошлифуем поверхность мягким бафом или полировщиком, затем очищаем от пыли. Теперь покроем ноготь основным цветом. Лучше использовать плотные гель-лаки. Аккуратно прокрашиваем ноготь вокруг лампочки, не залезая на нее. А если ее закрасить, то мигать она будет тем оттенком, которым вы ее перекрыли. Украшу синий цвет гелем-трансформером морозной иней. Полимеризую. Теперь перекрываем ноготь густым топом. Он дополнительно выровняет поверхность. Сушим и снимаем липкий слой. Для дизайна я использую белый гель-лак. Набираем его на кончик дотса, инструмента для точек и рисуем снежинку. Вместо дотса можно взять обычную зубочистку, точки будут не хуже. Теперь тонкой линейной кистью обозначим звезды и контуры снежинки. Не сушим. Осталось посыпать нашу снежинку акриловой пудрой с блестками, чтобы она стала еще красивее. Полимеризуем в лампе вдвое больше обычного и счищаем излишки.
Вот что у нас получилось. Хотели бы себе такой дизайн с лампочкой? Тогда ставьте лайк. Под номером 3 в первой части обзора хочу показать термогель-лаки AM Gel Polish. Я заказала несколько миниатюрных флаконов по 7 мл. Перед выкраской раскатываю флакон в ладонях, чтобы размешать пигмент. Не трясите его, чтобы не было пузырьков. Выкрашиваю оттенки в 2 слоя, полимеризую и перекрываю глянцевым топом. Здесь ничего необычного, а вот дальше настоящее волшебство. Я подготовила 2 стакана с холодной и горячей водой. Опускаем образцы в горячую воду. И, о чудо, на наших глазах темные оттенки превратились в светлые. Находясь в тепле, ногти будут светлыми. Но стоит выйти на улицу, как начиная со свободного края, цвет начнет темнеть, создавая красивый контрастный френч. Играться с ними можно до бесконечности. Мне уже не терпится использовать их в дизайне. А вы делали покрытие термогель-лаком? Как вам они? Какие марки пробовали? Девочки, а что из обзора понравилось вам больше всего? Напишите в комментариях, поделитесь видео с друзьями, ставьте большие пальчики вверх, а мы с вами прощаемся. До новых встреч, пока-пока!